Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И сегодня мы прогуляемся немножко по бухте Окуневой, что за поселком Врангель, который находится рядом с Находкой. Сегодня пасмурный денек, но зато нет дождя. Достаточно большая волна. В окрестностях бухты достаточно большое количество различных домиков на разный вкус и цвет. Вот таких фазенд до обычных хибарок. Вокруг бухты расположилось три пляжа. Все они окуневские, 1, 2 и 3. Вот мы сейчас находимся на втором пляже. Еще интересно, можно пройтись туда, к третьему пляжу, подняться наверх, там переход на бухту Ежовую, и видовые открываются очень красивые на ближайшей акватории. Волны прям как в Рио-де-Жанейро. Несмотря на то, что сегодня вторник и 16 августа, мы видим, что на пляже практически никого нет. Посмотрим назад на скалы, и мы у вас увидим эти видовые площадки, откуда открывается грандиозный вид на акваторию бухты Окуневой. Тут, кстати, рядом через сопку Три озерка знаменитая. А вон куча домиков. Интересно, сколько они стоят. Ну и люди уже проснулись в этой части пляжа. Но все равно их немного. Давайте пощупаем воду ногой. И определим, насколько она холодная. Ох! Ну, бодрит, бодрит. Чуть-чуть сводит ноги. Ну, оно такое. Море в Трехозерке. Холодная, бодрящая, с сильной волной. Много причудливых камней, скал, по которым можно полазить, у которых можно сделать замечательные фотографии. А вообще это место является жемчужиной Приморского края и манит сюда туристов огромными толпами. Ну, не надо отдать должное, что действительно оно стоит того, чтобы сюда приехать и понаслаждаться местной красотой природы. Уединиться и просто остаться самим собой. И бескрайним морем. Там тоже скалы. К сожалению, сейчас пасмурная погода, и море у нас такого темного цвета. В отличную солнечную погоду море лазурное. Особенно это хорошо заметно с высоты гор. Ну и в принципе с небольшой высоты, которую можно здесь набрать, буквально вот соседние скалы подняться. Очень красиво море выглядит, когда солнечная погода. Доехать сюда, в принципе, можно практически на любом автомобиле, и был бы опыт вождения, и не было бы дождя в момент уезда отсюда, потому что уехать не всегда получится, если будет сильный дождь. Дорогу может немножко подразмыть. Она может подраскиснуть, и заднеприводные или переднеприводные автомобили не все смогут выгрести обратно. Дорога среднего качества, но, в принципе, кто желает сюда проехать, может проехать практически на любом автомобиле. Мы видели здесь и маленькие шушлайки, и проходимые джипы. В общем, вот такая жемчужина Приморского края, бухта Окуневая, рядом с Трехозеркой.
Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. Всем пока-пока. А я пойду сейчас искупаюсь и полноценно ощущу дыхание моря в этом месте, в этих волнах.